13 февраля день радио. Скажите, слушаете ли вы радио? Ну, в машине в основном слушаю, да. А какое? Разное. Да, и наши русские, типа ретро-ФМ, дорожное, авторадио. Ну и дочь у меня Capital слушает, когда она у меня в машине. Слушаем радио. И русское радио, и дорожное радио, и ретро-ФМ, и... Ну, все слушаем, что есть. Радио разное слушаю, радио «Россия» слушаю. А где слушаете в основном? На телефоне у себя слушаю, в наушниках. Когда в метро еду, в электричке, в автобусе. Слушаю. А какое? Дорожное. А где? В смысле, дома. И на работе тоже иногда. А что так чаще что? Слушаете, музыку? Ну, в основном музыку, а там больше практически ничего нет. Новостей очень мало передают. В основном песни. Нет, телевизор смотрю. Ой, ну не очень. Никогда, только в машине. А что в основном слушаете? Знаете, есть такое радио «Вера». Вот, мы его слушаем. Нет. Нет. Совсем? Нет, вообще нет. Спасибо. Сегодня Международный день радио. Скажите, слушаете ли вы радио? Радио обязательно. А какое? Обязательно. И «Милицейская волна», и другие, и другие. Нет, не слушаю. То есть совсем? Совсем не слушаю. Нету возможности, времени нету. И дома, и в машине. В основном в машине. А что, музыку там? Музыку. Еще слушаю книги FM, есть такое радио. Там книги очень замечательно рассказывают. Радио «Пассат». Иногда. А где? Ну, иногда в маршрутке. Иногда дома. Нет, уже не слушаю. То есть вообще? Нет. Но я художник, я прихожу, фон такой бывает, ну такой юмор ФМ всегда, бывает шансон лучше подходит, бывает ФМ, ну интересный, «Коммерсант» ФМ, вот, «Новости» ФМ, хорошие передачи, да. Конечно. А какое? Ваше Сергей Пассат. Дорожное! И в гараже, ну и по возможности. Ну, поздравляю всех работников радио, если сегодня их не праздник. Что можно сейчас сказать этого вопроса? Всех благ здоровья. Ну и молодцы, когда по шапке дают. Слушаем. А да. Какое? Обыкновенное, знаете, такое старинное, советское. Мы пока еще не отключили.